Всем привет, ребят, с вами модный блогер Станислав Андреевич. Я уже на байке, цыпленок на подходе, чтобы сесть сзади меня, и мы собираемся поехать в аквапарк. Я поснимаю, как там, что там, это будет такой влог. Я на самом деле в нем был несколько раз. У меня раньше такая фишка была, в какой бы город я ни приезжал, в какую бы страну, если там есть, в доступе, да, аквапарк, я всегда ехал. Хотя я не любитель, да, вот каких-то там водных развлечений и так далее. Ну, прикольно посмотреть, сравнить. На мой взгляд, самый большой аквапарк, когда дело касается аттракционов водных, в Шарм-эль-Шейхе, в Египте. Вот, здесь на Бали, в Куте, он самый красивый, то есть он самый зеленый, здесь есть такие заводи, типа искусственные речки, на которых по которым ты плаваешь, сидя на надувных вот этих вот, этих спасательных кругах там, и так далее, больших, не спасательных, короче. И тут красиво. А так я был, много где, да, и в России, и в Европе, и в Азии, как бы. Короче, сейчас поедем. Он находится в Куте, прямо в центре Куты. По-моему, около 420 тугриков, 1000 индонезийских рупий стоит вход. По крайней мере, на сайте было написано. Мне почему-то казалось, что дороже. Вот, это где-то, там чуть больше 4000 рублей, по нынешнему курсу. С каждого, да. Ну, это потому, что рубль укатился. А так было бы 2. Ну, в принципе, 2. Как бы нормально. Ну, что, погнали? Да? Мы, кстати, когда выехали с виллы, не знаю, заметили вы на видео или нет, было пасмурно. У меня вообще мысли мелькнули. Что смысл ехать сейчас в аквапарке? Не дай бог, дождь пойдет. Ну, тут погода меняется моментально. Буквально через 5 минут, как мы выехали, засветило солнце. Мы въезжаем в Куту. Вот, сейчас я вам покажу, тут статуя такая, тут прям рядом аэропорт. И когда сейчас проезжали, прям над нами самолет пролетел. То есть, очень хочется, он уже практически приземлился, заходя на посадку. Очень хочется такой кадр поймать. А сейчас я вам покажу, тут прям статуя такая, она практически, прилетая на Бали, выезжая с аэропорта, въезжая там, условно, в Куту, да, и так далее, вы видите вот такую красоту. Сейчас покажу. Вот, смотрите, она на самом деле достаточно большая. Не знаю, что здесь изображено, но, по всей видимости, это какой-нибудь царь обезьян. Тут у них есть мифическое существо. Вот. Очень круто. Смотрите, какие лошади. Лошади прям безумные. Вот. И вот эти вот демонические лица. Вот. А так все это выглядит вот так. Мы въезжаем в Куту. Как бы здесь такой храм, их тут повсюду много. Большая такая дорога. И прям при влете, при въезде на Бали. Вот там самолет, кстати, да. Не знаю, навряд ли мы его увидим, но я надеюсь, вы его слышите. Короче, едем дальше в аквапарк, погода хорошая. Мы на территории, на парковке. Тут прям сразу начинаются такие джунгли. Вот. Я надеюсь, нас не заставят одеть маску. Для того, чтобы как минимум войти туда. Сейчас посмотрим. Вот здесь вход. Сейчас будем оформляться. Красиво. Народу, кстати, много. Вот. В основном, естественно, белые. Европейцы. Тут такая сложная процедура. Нужно показать эту педули. Сертификат о вакцинации. Российский, любой страны. Меня еще спрашивали паспорт, чтобы свериться, что имя на сертификате. Просто так хрен попадешь. Потом тебя тут снимают, температуру сразу меряют. И ты попадаешь в лобби вот сюда. Здесь, короче, суета. Пойдем купим? Так вот, я понимаю, кэш, то есть
если мы хотим, мы можем закинуть денежку на браслет и потом здесь рассчитаться. А если останется... You back me money if I don't buy anything, okay? Окей, да, хорошо. Короче, на, держи. Не, это оставь им. Это за проход. И... Ну, какая разница, 300 еще добавь. Да это много. Ну, да, мы все равно вернем. 300, мало ли, поесть там. Короче, здесь фишка, с собой нельзя налик, но... Yes. And 320 on... Окей. Okay. If I don't buy anything, you back. Окей. Окей. Не, а то мало ли бывают такие условия, что надо обязательно потратить, типа депозит. Короче, нам обошлось 1 000 000, это 10 тысяч. Ну да, но это в проход. Мы, кстати, думали, что проход... 6800 билетов? Да. 6800, ну, короче, 7 тысяч на двоих. Мы думали сначала... Что там? Екатерина. Ну, ты на себя возьми и все. Короче, суета. Ну, все, смотрите. 680. Мы думали, что билет стоит 400 или 420. Когда зашли, увидели надпись 530. Ну, то есть, такие думаем, ни хрена, больше 1 000 000 за двоих. Оказалось, что по бизнес-визе 340, по-моему. И, ну, у нас, соответственно, бизнес-визы. И мы заплатили 680. Также мы внесли 300 на депозит, потому что налик там нельзя. Ну, можно тратить, ну, там, покушать, там, водички попить и так далее. Вот. Поэтому нам все это обошлось, ну, условно, да, 1 000 000, но 1 000 000 с депозитом, который мы не потратили. Я вернулся к байку, оставил тут в байке Powerbanks и все такое. Там нам не нужно это. И иду обратно. Ну, что, прикольно. Аквапарк тут хороший. Я поснимаю, покажу вам горки. Вот, чисто такой влог жиганский. Кстати, по ссылке будет группа в Телеграме. Точнее, не группа, а канал в Телеграме, Станислав Андреевич. Добавляйтесь туда, также канал Ретрогопник. Ну, а также, как бы, создадим группу, в которой будем общаться напрямую. Но это потом, пока аквапарк. Да? Ну что, мы зашли. На самом деле тут пусто, обычно здесь гораздо больше народу в доковидные времена, но тут круто. Что, надо нам где-нибудь расположиться? Давай осмотримся. Давай, пойдем. Раздевалки. Здесь раздевалки, передевалки, души. Поворачивай направо. Вот. И туда... А вот это кто-то дополнительный, да, деньги? Это да. А, да. Стой. Да, что-то... Не, ну я же... Чё я не хочу на этих прыгать, летать? А можно. Так, мороженое. Подцепим и отправим. Можно зато улететь через безвоздушное пространство. Hello. Morning. Ну, небо закрыто, далеко не улетишь. Ну, короче, тут здесь это. Здесь дорого, кофе 440 рублей. Сколько кофе? Ага. Охренеть. Это дороже, чем ты вчера покупала, да? Ну, нет. Спасибо. А что мы тут ходим? Пойдем вон туда, вон там горки, видишь? Здесь пойдем, да. Надо сразу узнать, где туалеты. Где чего? Где туалеты? Туалеты? Как где? Вот они. Вот туалет. Вот тут. Что там? Вот горка прикольная. Тут одна, ну, просто такая, да, труба. А другая труба, где ты встаешь туда, она прям практически перпендикулярна земле. Тебя там сажают в такую капсулу, считают до трех. О, белочка. Смотрите. Считают до трех. И, короче, под тобой открывается пол, и ты падаешь вот туда. Мы тут с цыпленком прошлись, вот, ну, посмотрели, как чего. Сейчас мы скинем, короче, телефоны в камеру хранения. И в камеру хранения скинем телефоны, покатаемся, ну, на горках. Вот, кстати, вот эти речечки, на которых прикольно плавать, вот. Покатаемся, потом вернемся, возьмем телефон и, ну, поснимаем, как мы, как с горок. Ну, вообще прикольно тут. Надо просто выдохнуть, короче, и, потому что
где бы я ни был, если я снимаю, как бы, ну, это такой не отдых. Надо прям отключиться сейчас на какое-то время. Такие дела. Короче, по этому браслету камера хранения не работает. Нужно еще доплачивать около 75 тысяч рупий. Это где-то на русские, но с нынешним курсом 750 рублей. Я решил просто выйти и погрузить все в байк. Оставить в байке телефоны и так далее. Байк закрыть, все охраняем и как бы все. Вот, потому что, ну, как бы, ну, реально жаба душит. Ну, боль, там нам ничего не нужно. Реально жаба душит платить. Там, ну, почти косарь, да, за то, чтобы там оставить телефоны, когда их можно здесь оставить. А потом мы накатаемся, накупаемся, я вернусь и поснимаю уже конкретно. Такие дела. Так, мы накатались на нескольких горках, ну, на, практически на всех. И вернулись, взяли в байке, ну, сумку, взяли телефоны. И идем обратно, сейчас поснимаю, что там из себя представляют эти горки. Несколько есть реально стрёмных. Я прям что-то прям подустал, адски подустал, не знаю, вот эта история, да, когда надо подняться наверх, потом ты спускаешься, гребешь, подгребаешь, ну, плюс там, если это, ну, такая экстремальный спуск, ты там нервничаешь и, короче, устаешь, плюс я еще не особо выспался, ну, сейчас мы вам покажем, что тут за горочки, цыпленок будет этим, подопытным. Так, цыпленок сразу снимать, ну, что, пойдем туда? Цыпленок, пойдем на эту экстремальную. Сейчас, короче, мы пойдем на экстремальную горку прокатим. Yes. Where is? This. Yes. Что? Туда. Нам туда идти? Зачем? Мы вот здесь сначала. Это экстремальная, да? Пойдем на ту. А там я не смогу снять тебя вверху. Здесь я тебя сниму вверху, а там внизу. Там не смогу, это мне придется там слезать и долго идти. This? Окей. Okay. Пойдем поднимаемся на такую экстремальную достаточно горку. Все нормально. Все нормально. Ребята любят смотреть, когда я тебя снимаю со спины. Короче, я когда первый раз на ней катался, было на самом деле очень стрёмно. Да и сейчас я в нее залазил. Так живописненько тут, когда поднимаешься. Сейчас я залазил в эту капсулу, которую вы сейчас увидите, и два раза вылезал. Вот, думал, а на кое это мне нужно? Но в итоге прокатился. Засал, что ли? Да, ну не засал, типа, а зачем мне? Ты сама два раза вылезала. Здесь есть такая же, только еще выше. Потом сходим туда, я там не поехал. Я поехал. Ну просто я подустал. Вот. Так. Вот так все это сверху выглядит. Аквапарк очень зеленый. От того же, в отличие от того же египетского. Опа. Ну что, мы на месте? Так. Ты не хочешь сам? Нет, сам я не хочу. Hello. Yes. Thank you. I won't take a video. Ого. Да. Смотрите, это такая капсула. Вот. Куда ты встаешь и просто нажимают на кнопку, да? Push the button and и все. И цыпленка снимает. Ну давай, я тебя сверху сниму, как ты летишь. Давай. Давай. Когда тебя... Давай. Ready? Давай, ори. Ну чё? Все, хана цыпленку. Бай-бай. Бай-бай. Опа. Вон он. Опа. Опа, вон он. Там где-то. Окей? Thank you very much. This is same, more but fast. More. Yeah? This one more speed. Ah, this more speed? More speed and the green. Ah, okay, okay. The green just more highest. Ага. Зеленая, короче, выше, но здесь больше скорость. Speed more, yes? Yeah, more. Okay, thank you very much. Короче, по стариночке, по ступенькам. Ебал я в рот, пацаны. Стар я уже. Чтобы по 10 раз на этих аттракционах кататься. Я тут, наверное, раз четвертый в этом аквапарке.
Поэтому, ну, с меня хватит, говорим, заросли банановых растений. Так они веерообразно растут. А, это нет, не они. А, они, почему нет? Ну как? Стрёмно? Пойдем дальше? Там страшнее. А там она выше. Там она выше. И у неё спуск как будто более вертикальный. Здесь? Здесь скорость больше падения, да? Он говорит, да, а там выше. Надо где-нибудь прокатиться, чтобы я от первого лица поснимал. Пойдем. Пойдем. Maybe late. О. Вот это да. Смотрите, какой мерзавец. Гигантский овод. Давай, цыпленок, тащи. А, окей. Тапочки надо снять. Давай. Ну вот и еще раз. В другую сторону? А. А, обратно. Цыпленок не туда пошла. Сюда. А, окей. This? Окей. Тут практически весь став. Говорит по-русски. Ну, как говорит по-русски. Все на русском. Тут очень много русских. На Бали очень. Ну, русскоязычных. Русских, украинцев, белорусов. Тебе помочь, цыпленок? Это, кстати, прикольно. Кстати, вообще такой закон физики, который работает в аквапарках. Чем тяжелее люди, которые сидят на этих подушках, тем быстрее, тем, ну, соответственно, страшнее, тем экстремальнее вы едете. Потому что ускорение больше. Мы сейчас с цыпленком прям втопим. Вот на этой вот рампе, да? На вот этой вот рампе. Короче, самое главное, не выронить телефон, когда видишь такое. Так, мы поедем вот здесь. А здесь мы тоже уже катались. Can I take a video, yes? Окей. Ну что, погнали, цыпленок. Готов? Yes! Да. Погнали! Раз, два, три. Ёб твою мать! Главное, телефон! Ой! Ёбаный карась! Ёб твою мать! Ой, бля! Ёб твою мать! Цыпленок, ты что творишь, бля? Люди в ахуе, ёбаный. Хорошо. Еще раз, давай. В этот раз что-то даже стремнее, да, чем в прошлый раз мы проехали. Страшнее. Неохота еще телефон мочить. Он, конечно, водонепроницаемый, 12-й, 13-й, но как бы типа не хочется. No, thank you. Мы уже катались здесь. Ну что, куда пойдем? На самую страшную? На самую стрёмную? Ну, погнали. Так, мы идем на самую высокую и самую, по мнению цыпленка, страшную горку. Самую экстремальную? Я там не катался. Подожди, нам сюда, наверное, да? А почему ты не катался? Я просто засрал даже. То есть, ну, не то, что стрёмно. Во-первых, я себе покоцал спину. Я на каждой... Если без этой подушки еду, я, ну, спину, ну, не царапаю, а прям чувствую. Коц. Вот этими, знаете. Ну, конечно, нет, так, ну, нет. Так, а что, ну, я же ездил здесь, где ты сейчас прокатилась. Здесь я тебя буду снимать издалека, вверх не полезу. Ну, там конкретно прям. Ты помашешь нам ручкой? Да. Напоследок. Не дождешься. Ну, хорошо. Это детская площадка. Тут куча детей. Ну, и взрослых тоже много. Вот, например, вот лежат. Цены тут, конечно, бешеные. Я только что купил мороженое. Три маленьких шарика. Ну, какие-то там кокосовые. Bubblegum, еще какое-то. 550 рублей. Ну, это курс, во-первых. Ну, если бы без курса, это было бы не 550, а 300. Тоже дорого. Вот, здесь, ну... Очень много всяких бассейнов. Вот это такая речка, на которой можно... Мы тут плавали несколько раз. На которой берешь, да, и
Да-да-да, кстати. Ну, это такая для релакса. Вот ребят плывут, видите. Вот, просто. Ну да, да, да. То есть, как бы берешь. А как это, не подушка, а как называется эта штука? Вот эти еще, кстати, желтые тоже прикольные. Мы на них тоже катались. Там кто-то один едет спиной, и там прям дезориентация бешеная, потому что там в трубе в этой ничего не видно. Вот, смотрите, тут все плавают. Вот. Прям какой-то пробка. Пробка. Здесь купили воды. Сколько? За 170 рублей. Маленькую бутылочку. И где-то оставили. Это по нынешним временам хорошие бабки. Так что сейчас мы будем брать. Вот. Здесь, все, они отключили аттракцион, да? Здесь такой серферский аттракцион, бьют волны, и ребята нашла, вот, да. Давай попьем, тоже глоточек сделаю. Ваше здоровье, пацаны. Стоит 70 рублей такая бутылка. Кучеряво живем. Мне вчера задонатили меньше. Да я мерзавец. Я не стою. 170 рублей мой прайс, да? Угу. Дешево. Так, подожди. Нам точно сюда, да? Ну что, цыпленок, давай, я тебя буду ждать там. Ты когда будешь наверху, я помашу руками на приемке. Ты помашешь руками. Все, давай. А мы с вами пойдем туда, куда цыпленок приедет. Прям красиво. Но только для стафа. Ребят, трава вот эта, она прям как бархатный, я не знаю, ковер. Она прям очень прям мягкая-мягкая. Тут можно, вот смотрите, беседочку арендовать. Вот. Даже можно поебаться незаметно, в принципе. Вот. Можно даже дзюбануть. Вот, на одной койке дзюба, на другой панин, так сказать, два в одном. Так, ладно, надо идти, потому что сейчас цыпленок вон она поднимается. Вот, на самый-самый-самый верх. Сейчас я вам покажу уже с приемки. Ребят, кто прям хорошо знает английский, вот, какие-то резервуары с водой. Вот, я так понимаю, вот они. Я не пойму, в чем прикол. Ну, как бы неохота читать, переводить. Вот. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, что все это значит. Так, что у нас тут? Да ничего, в общем-то. Так, вот, увидели цыпленочка? Да, вон она машет. Ну что, погружайся. Все, смотрите, она сейчас, все, зум по максимуму. Айфон больше не может. Она залезла в капсулу. Да, давай. Вот ее закрывают. Сейчас, наверное, вы услышите, как она орет. This way? Окей. Вон она. Все. Вот она. А вот и цыпленок приплыл. Быстро? Ну как ты? Еще страшнее? Конечно. Помните, я вам говорил, такой серферский аттракцион. Смотрите, они ставят, людей на доску и погнали. Вот чувак просто газует конкретно. Цыпленок хотела, но потом передумала. Мне кажется, тут очень сложно на самом деле. Как тебе вот это? Еще раз. Страшнее, чем в первый раз? Заяц показывает на цыпленка и говорит, how many у тебя girlfriend'ов, ёпта. Вот мерзавец в натуре. Так, где цыпленок? Ты слышала, что этот мерзавец базарит? Это, говорит, твоя girlfriend? Я говорю, да. Сколько у тебя их, говорит? Кого? Girlfriend. Сразу видит, что я альфач, да? Он прав? Подустал. Ползи.
ползи. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось, и поднимем Россию с колен. Туда прям очередь большая. Ну, кстати, прикольно. Тут можно прям вчетвером ехать, если с детьми. Цыпленок позирует. Подтянись. Вот так. Отожмись, да. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Нормально. Да. Как слазить будешь? Так, здесь вот так вот прям сажают и отправляют туда, в темную трубу. Да. Погнали. Ну что, подготовка? Полным ходом идет. Окей. Again. Yes. Окей. Okay. Yep. Давай. Так, погнали. Ой. Опа. Опа. Вот. Я буду снимать. Вот так. Все. Я спиной. Yes. Yeah. Вот так. Yes. Так зачем ты меня будешь снимать? Нормально. One. Two. О. А. А. Карась, блядь. Что это за пиздец, блядь? Вот у тебя рожа была, блядь, Шарапов. Хорошо, хорошо. Давно я так не орал. Ну все, наверное, на сегодня мы кататься тоже не будем. Сейчас я, Кать, поснимаю немножко. Тут есть такие, на этой речке такой водопадик. Вот он. Так, а водопад дальше, значит, нам туда идти. В другую сторону. Вот. Мы потерялись. Так, короче, мы ищем водопадики. А ты хочешь плыть? Я думал, пешком дойти, а там это, не? Нет, пешком по берегу, а там спуститься, пофоткать. Да? Ну, давай. Давай. А мне-то как, с телефоном потихонечку? Ну, можно, да. Сейчас прокатимся на речке. Что? Я на маленькой... Да я возьму одну маленькую, ты одну маленькую, поплывем. Здесь можно только вот на этих. Так нельзя. Ну, айфон вроде не промокаемый, поэтому сейчас проверим. Я сейчас свою. Раз. Не получилось, не фартануло, да? Знаешь, что надо сделать? Надо вот так. Раз, оба. Вот так. И все. И поплыли. Все, я плыву. Только я вот, смотрите... Что с тобой? Блин, сейчас зальет телефон. Пацаны, сейчас телефон зальет. Да? Ну я сейчас на секунду отключусь. Ой, не дай бог мерзавцы из Apple обманули, сказав, что iPhone водонепроницаемый. Я их обоссу. Хотя пока мерзавцы обоссывают нас санкциями, говноеды. Ну мы справимся. Что это? Вот такой нас струей обоссывают. Вот. Ну ничего. Мы обсохнем и в ответку полетят пули из говна, да? Опа. Ну как ты? Вот тонешь же. Макаку. Ну-ка. Да. Такую обезьяну. Развернись. Опа. Смотри, дерево не сломай. Пацаны, ловите обезьяну. Давай. Вот это да. Ты что творишь? Опа, палево. Догоняй.
Сейчас какой-то мем ходит в Украине, русский корабль. Вот он, русский корабль, да? Кораблик. Плывет. Тебя на каких водопадах-то пофоткать, я и понял? В центре, которые будут? Да, красиво. Окей. Ленок принимает водные процедуры. Это сейчас Россия под санкциями, да? Куда ни повернись, отовсюду струя. Ну ничего, мы отомстим. Вот самое мощное, это Америка. Это Байден. Это Инстаграм, да, закрывают. А вон дальше Ютуб. Так, вот те водопады. А, ну все, пацаны, я отключаюсь, буду фоткать цыпленка. Нафоткались, все. Время, в принципе, 4, через час закрывается. Мы сейчас выходим, ну, чуть-чуть подобсохнем, да надо ехать. Надо здесь в Куте где-нибудь покушать, потом заехать за продуктами. Короче, такие дела. Ну, сейчас я с вами свяжусь, когда мы будем выходить из аквапарка. Может быть, в кафешке где-нибудь с вами увидимся, в Барунге. Кстати, пацаны, обратите внимание, что цвет этих лежаков прям под стать флагу Украины. Синий-желтый. Да? Ты тоже это заметил? Ты легла на синий. А я лягу на желтый. Ничего не имеем против. Короче, прилегли на шезлонгах. Я думаю, можем подытожить. Ну, для меня аквапарк, ну, как бы просто времяпрепровождение с любимой девушкой и... Ну, в принципе, такое неплохое кардио, потому что, ну, прям я прям подустал. Вот, и это неплохо. За все время, то, что мы здесь, я скушал только там мороженого, 3 шарика небольших. Вот. Все остальное, как бы, ну, в принципе, как обычно. Спленочек, поделись впечатлениями. Понравилось? За счет того, какой он зеленый, сколько здесь растительности, как это все соединено вместе с аттракционами. Блин, мне очень понравилось. Да, даже говорила тебе, наверное, один из тех дней, которые мне там. Ну ничего, я тебе гарантирую, что это не главный день, который тебе здесь запомнится. На самом деле, да, Катя права, он очень зеленый, и ну, тут очень много зелени, и это на самом деле круто. Потому что, например, на Крите я был, в Египте, тогда в той же Турции, да в том же Адлере, они как бы такие. То есть, да, аттракционы, да, горки, да, бассейны, но столько зелени, сколько здесь нет. Хотя, в принципе, климат везде позволяет. Вот. Ну что, мы сейчас поваляемся минут 10, немножко выдохнем, сядем на байк, поедем где-нибудь здесь покушаем, мы в Куте, а потом поедем к нам на район, на Букит. Эти пацаны шмель размером с дирижабль. Ой, и еще какой-то прям необычной расцветки. Ой, вот это да. Он мирный, жучок, так сказать. Заехали в какой-то магазин, типа шмоток. Ну, мимо проезжали, цыпленок увидела. О, говорит, об этом магазине говорят девочки. Я говорю, давай заедем, что глянешь, что тут да как. Вот, а я тут посижу в теньке. Вон, видите, выбирает. Это, знаете, я достаточно давно перестал скептически относиться к женщинам, которые бродят по магазинам шмоток и ничего не покупают. Вот, либо там 3 часа ходят, покупают какую-нибудь маленькую футболочку. Я лично брожу часами по магазинам видеоигр, вот так как их коллекционирую, и могу ничего не купить, либо купить что-то там, ну, я не знаю, там очень дешевое и так далее. Потому что на все денег не хватает. Я был, например, во Франции, там целая улица в Париже. Ну, там не целая улица, часть улицы под гик-магазины, под магазины видеоигр. И я там просто часа на 3 завис просто. Ну, купил там что-то, я не помню. Евро на 10, на 15, но там часа 3 провел, очень прикольно. Поэтому я как-то спокоен. Некоторые бесятся, да, когда женщины ходят, что-то выбирают. Я сам такой же, только смотрю и выбираю, я не шмотки, а видеоигры. Поехали фрешика выпить, лучшие на Бали соки.
А тут вот такая тусовка, смотрите. Оба. Мы с ними танцуем. Оба. Алкоголь! I don't drink alcohol! Thank you! No alcohol! No? No? Good? Да? Yes? С алкоголем? Алкогол! Алкогол! No? No? A little bit alcohol! No? No, okay. I don't drink! Oh, big guy! Ну, выпей! Типа как класс? Вот! Опа! Вкусно! Танцуй, снимается. Видали, как пацаны балийские отвисают? Пацаны балийские тусуют конкретно. По-бойсяцки. Даже не знаем, что это. Чуваки что-то бухают. Кстати, цыпленок, это, по-моему, есть алкоголь. Ну, чуть-чуть алкоголя есть, да. Я им говорю, не-не, я не пью. 100%. Но они уже такие хорошие там сидят. Вкусненько. Мы, кстати, заехали в Варунг, а он такой. Пустой, раньше он был битком. И вот мы решили по фрешику, а потом что-нибудь покушать. Вкусно, да? Я тоже сейчас попробую. У меня манго-яблоко. Попробуй. Ну, мне кажется, у тебя получше. Дай попробую. У меня слаще. Угу. Ну да. Идет большой человек. Заехали в какой-то фастфуд местный. Тут очень много... Очень много кушают только местные. Меню непонятное, все на бахасе. Но ми — это лапша. Заказали ми и близ, две. Мы и близ, как говорится. Внизу вот все, кроме вот этих вот куриных ног, по одному, просто попробовать. Вот такую вот штуку и холодный ванила-латте. Все это получилось 900 рублей, но это дешево, потому что много порций. Ну, сейчас в рублевом эквиваленте дорого все. Короче, сейчас попробуем. Единственное, надо, наверное, одеться, а то с голым торсом неудобно. Вот, сейчас нам принесут, короче, еду, и я продегустирую на ваших глазах. Что принесли? Это холодный латте, а это просто бомба. Да ладно. Попробуй. Ну, попробуй. Ты охренеешь. Очень сладкие, да. Смотрите. Старфрут, киви, клубничка. Очень вкусно. А это вкусно? Очень. Дай попробую. Это сладенький? Очень. Латте холодный. Кстати. О, 8 дубров, я такой. Он 8 стоит, покупаю. По-моему, 4. Поднесли первую порцию. Лапша жареная. Кстати, достаточно острая. Уровень остроты 4, максимальный 10. Если уровень остроты 4 такой, то 10 там, наверное, залетишь нахер. На Марс улетишь. Какие-то чипсы, а это типа чипсы внутри с курицей, да? А, thank you. Ложечки, ну, и ложечки такие. Вкусные? Ну, в принципе, ничего такая, да. Ну, фастфудик, но прикольно. Это поднесли хавчик, непонятно какой. Какие-то роллы непонятные, что-то как-то. Ты что творишь? Все, что ли? Ты наелась? Очень остро, да? Я не могу. Вот. А вот это? Будешь пробовать? Это какой-то пиздец. А, thank you. Это какой-то пиздец. Заказали, короче, блядь, лапшу. И там по 10-бальной шкале остроту. Ну, мы говорим, ну, 4.
Это, блядь, невозможно. У меня, блядь, кишка разрывается, ёпта. Остро, пиздец. Я пришел на воду заказывать. Я все, что не ем, вкуса не чувствую. Ужас, блядь. Кстати, вкусно. Вкусно, дешево, но, блядь, лапша. Это просто пиздец. Это нереально. Это реально кишка у меня ревет. И горло. Ужас. Все, пацаны, остатки былой роскоши. Все, все поглотили. Прошло несколько дней, мы уже успели попутешествовать. Я хочу подытожить. Этот день, тот день, когда мы были в аквапарке, ну, ничего, неплохо провели время. Я тут уже был много раз, поэтому я как бы просто, в принципе, да, сгонялся с цыпленком за компанию. Она повеселилась на славу. Этот день ей очень запомнился. Она сказала, что это был один из самых ярких дней, которые она здесь провела. Ну, в плане каких-то вот развлечений активных. Вот, по поводу вот этого кафешки, в которой мы заехали, там, ну, не отображается все мое охуение от того, ну, насколько острыми оказались эти макароны. Вот это острое послевкусие, я просто охренел. Я вообще острое ем только в путь. Но в этот раз я не осилил. Представьте, по 10-бальной шкале мы заказали острое на 4. А если там 10 насыпят? Ну, если там насыпят перца столько, сколько будет означать 10 баллов? Это вообще, наверное, трешак. Ну, вкусненько. Все однообразно. Все в панировке. Курица в той или иной форме. Ну, вкусненько. Но вредно, потому что потом прям аж хреново было. Знаете, бывает... Ну, ты там на правильном питании, и вот едешь как-нибудь на тачке, там, жрать охота, раз Макдональдс, налупился там всякой черемши, тебе потом аж хреново. Вот этот всплеск углеводов, вот этот жир, короче, вот здесь то же самое. Вроде вкусно, но послевкусие такое поганое. А, поэтому будете на Бали, будете в Денпасаре, будете в Куте, заезжайте обязательно в аквапарк, покатайтесь. Ребят, у меня есть телеграм-канал, ссылки в описании. Там мы только-только наводим движуху, поэтому, кому интересно, не потеряться, добавляйтесь. Заходите на стримы и берегите себя, самое главное, в это непростое время. Для многих. Желаю вам всего самого хорошего, здоровья, счастья в личной жизни, бабла, конечно же. Берегите себя.